Нові сходи, пандуси, пішохідні доріжки, дитячий майданчик, ролер-дром, лави, охорона та відеокамери. Ремонт центральної алеї парку «Зелений гай» добігає кінця. Зону відпочинку планують відкрити у жовтні. На реконструкцію витратили 56 мільйонів гривень. Близько чверті із них, кажуть чиновники, витратили саме на земельні роботи, аби не було суву ґрунтів. Приходиться виконувати дуже багато технічних рішень, зв'язаних з підпорними стінками, з перехватами, які ставятся так называемых ливневых канализаций. Очень много уводим воды, выводим ее в центральные коллекторы для того, чтобы здесь высушить ее и дать возможности рельефу быть сухим и прокладывать здесь всевозможные интересные инфраструктурные объекты. От этого зависит еще дальше наше развитие. Хотелось бы, конечно, сразу все и вчера, но город находится в запущенном состоянии, поэтому однозначно мы как бы будем делать кусками и здесь, и на набережной. Ну, я думаю, что уже сейчас видно серьезный результат. В следующем году результат еще будет более улучшен. Знайти гроші на реконструкцію та оновлення парків і скверів не так проблематично, зізнається очільник Дніпра. Як розібратися із документацією? Це один із головних гальмівних факторів. Парки, сквери і прочі інші зелені зони знаходяться везде в різних балансодержателей. Кто-то у города, кто-то у районов, кто-то вообще неизвестно где, кто-то в воздухе, а где-то вообще нет никаких документов. Только в этом случае, когда у нас будут все прозрачные документы, мы можем выделять деньги на реконструкцию зеленых зон и парков. На спортивно-розважальний майданчик уже приходять діти. Батьки радіють, дуже зручно мати місце для розваг недалеко від дому. Раніше, кажуть, місцина була точно не для відпочинку і прогулянок. Тут страшно було проходити, не було ні освітлення. Мы ходили со старшим сыном быстренько, потому что было просто страшно. А сейчас с удовольствием бегаем, не страшно вот в бассейн пройти, здесь рядышком бассейн, и можно спокойно ходить, потому что много людей, никто не боится сюда ходить, и мы гуляем здесь уже каждый день. Была асфальтированная дорога, насколько я помню, а так еще не было. Сейчас детям есть куда выйти с детьми. Хоть мы не рядом живем, но тем не менее. С коляской это было ужасно. Один раз зашла и сказала, что больше сюда не приду. А сейчас очень круто. Я рада, что наш город движется в правильном направлении. Раньше здесь не было дороги. Здесь был какой-то щебень, валялся мусор. Я даже не могу это описать словами. Такое впечатление, что тут не ступала нога человека, лет 50, наверное, минимум. Ребенку нравятся горки очень и батуты. Мы мечтаем на Тополе про такой парк, потому что вот эти вот покрытия очень крутое. И, я так понимаю, в Европе очень много таких парков. Нам би хотілося, щоб і в доступності нашій теж був такий парк. Кирило Бережний, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.